повезло, так говорит Никита Гамаюнов. Уже 4 месяца он работает на Тульском патронном заводе. В отличие от многих своих сокурсников, устроился по специальности, он экономист. После окончания вуза идти в частные структуры не хотел. Несколько месяцев пытался найти работу самостоятельно, потом обратился в центр занятости. Пришел, устроился туда, и мне предложили прийти на патронный завод. Там прошел стажировку 3 месяца вот летом, и теперь вот взяли меня на постоянную основу. Мне как-то самому так захотелось, что вроде как завод более стабильная какая-то отрасль. Здесь более все предсказуемо. С центром занятости завод сотрудничает уже несколько лет. Здесь проходят стажировку молодые специалисты, в основном выпускники тульских вузов. У нас есть программа с центром занятости о стажировке молодых специалистов. Да, предприятие, конечно, у нас возрастное. Вот, и поэтому стараемся брать молодых специалистов. В основном экономисты, юристы и технари. Более 20 тысяч жителей региона в прошлом году нашли работу благодаря центрам занятости. Цифру называет профильный министр Андрей Филиппов. На совещании губернатора с членами областного правительства обсуждают ситуацию на рынке труда. Министр рассказывает о дисбалансе спроса и предложения. Нередко бывает, требуется специалист, есть вакансия, а потенциальных сотрудников на нее нет. Или наоборот. Чтобы это исправить, в области действует программа по переобучению кадров, когда безработные жители получают новую, востребованную на рынке специальность. Прошли переобучение более 2000 человек, которые были зарегистрированы в центрах занятости в качестве безработных. Обучение строится именно на основе анализа банка вакансий, то есть по наиболее востребованным профессиям. Это и водители, прежде всего, грузового транспорта, это водители экскаватора, это, соответственно, бульдозеристы, это крановщики, это электромонтеры, ряд других профессий, по которым эти граждане могут трудоустроиться и уже не получать пособие по безработице, а, соответственно, получать нормальную заработную плату. Ситуацию на рынке труда Андрей Филиппов называет стабильной. Больше всего безработных было зарегистрировано в марте 2016 года – 7200 человек. К ноябрю заметное снижение – до 5400. В декабре – рост на 10% от этой цифры. Меньше чем за месяц до нового 2017 года цифра снизилась на 215 человек. В 2016-м уровень регистрируемой безработицы менялся. На конец года он составил 0,7% от экономически активного населения. Это меньше, чем в среднем по России. По стране этот показатель составляет 1,2%, по Центральному федеральному округу – 0,8%. Но Алексей Демин предостерегает профильного министра. Головокружение от успеха быть не должно. Это тоже положительный результат, но это тоже разговор в пользу бедного. Ну, согласен, но тем не менее работа ведется, и мы стараемся. Я понимаю, я сейчас не говорю с претензией, что вы работу не ведете, но я еще раз говорю, чтобы мы все вот на эти показатели, которые вот здесь есть представители полномочного президента, значит, они делают определенную эту статистику выносят для того, чтобы регионы смотрели и стремились, и подтягивались. Но я еще раз говорю, это не успокаивающий фактор для того, что мы в среднячках, и мы должны удерживаться на определенном уровне. Положительная динамика с большой натяжкой. Так ситуацию на рынке труда оценивает глава региона и напоминает о долгах перед сотрудниками на предприятиях области. Где-то они погашены полностью, например, на Заокской птицефабрике. Там сумма превышала 25 миллионов рублей. А на предприятии «Сталинвест» долг в 2 с лишним раза больше. Пока 53 миллиона рублей. И размер увеличивается. По консультациям с банками нам ясно дали понять, что с данным акционером, с данным собственником руководство банков не хочет вести никаких переговоров. Единственный путь, который они видят, это процедура управляемого банкротства с вхождением в капитал нового собственника. Собственно, этот процесс мы сейчас с федеральным руководством этих банков и инициируем. Руководители крупнейших банков, не ошибаюсь. И, значит, были определенные моменты, где представители одного и второго банка были введены в заблуждение. Они этих ошибок не прощают. И больше, значит, эти люди попадают в черный список, и с этими людьми они больше не работают. А черный список, он распространяется не на конкретное лицо, которое управляет этим предприятием, а на несколько сотен наших граждан Тульской области, которые страдают. Прикладывайте все усилия, мы предприятия должны спасать. Решать проблему надо и на других предприятиях, отмечает глава региона. Не количество проведенных межведомственных комиссий, а нули в сводной таблице о задолженности по зарплате должны стать главным показателем работы профильного министерства. Ситуацию с ликвидацией долгов по заработной плате губернатор поручил взять под личный контроль председателю областного правительства. Екатерина Старцева, Алексей Чичуадзе, Первый Тульский.